Окей. Ну, хорошо, у нас было тут неудачное начало, мы повторяем технически это. Я повторю то, что я сказал, может, в сокращенном варианте. Мы разбираем статью Рава Шерке Хагейти Шрей из книги Беодмоет. Ну, я там как бы предварительно объяснил, в двух словах говорю, Беодмоет — это что-то типа по праздникам. Слово «моэт» — это праздники по-простому, это хагим, а еще и слово «моэт» — это одно из синонимов времени, предназначенное время для праздника. Беод моэт, по-моему, это что-то типа по праздникам. Окей, хорошо, значит, вот это первая статья, посвященная Хагей Тишрей. Ну хорошо, давай, значит, можешь начинать читать? Да, я начинаю. Да. Значит, Хагей Тишрей, праздники месяца Тишрей. Да. Маме Циен Рош Ашана. Что отмечает Новый год? Ну или что мы празднуем Новый год? Да, ну давайте говорить уже Рош Шана, потому что как бы Новый год Да. не очень такое, а Хорошо. Шана более понятно. Да, окей. Ахагим, Белуа Хашана, Айври, Да. Нигбау. Да. Аль-Река, Аистори, Никбеу, да. Иска, но Никбеу, Никбеу. Никбеу, Аль-Река, Аистори, Месуям. Да. Значит, праздники в календаре годовом еврейском Да. были установлены Да. на особом историческом фоне. Ну, как бы были установлены на связанном историческом фоне. То есть, грубо говоря, идея такая, что у каждого праздника за этим стоит какое-то, ну, если говорить простым языком, какое-то историческое событие. Окей. Ну, да. Продолжаю. Вимкен, нишелет ашела, Да. магу река аистори, шероша шана, вельшума ану хогигим ото. Да. Так. И тогда задается, спрашивается вопрос. Да. Что это за исторический фон у Роша Шана? Да. И что именно мы празднуем в этот праздник. Да, правильно. Бамиюхат ле ор а убда шаану мецеймим шехак зе гу захар лейцият Мицраим. Но только Зехер, как бы вот А, по памяти. Зехер. Да, Зехер. Так, бимюхат. Ну, в особенности Особенности, да. леор а убда. Ну, в свете факта, как бы, или в свете того, что Увда это факт, да? Да, в свете факта, что мы отмечаем, что этот праздник – это память выхода из Египта. Ага. Ма кешер бейн яциат Мицраим ле Роша Шана. И что же Да. за связь между выходом из Египта и Роша Шана? Правильно. Шмо шель хак Роша Шана Да. Авгу Тмуа Меот. Значит, название Тамуа. Тамо. Ага. Значит, название праздника Роша Шана, значит, очень Ну, очень Тамуа. удивительно, скажем так, очень удивительно. Очень удивительно. Ага. Шерея хак халь бээмца ашана Да. ше хилата бенисан. Правильно. Что после праздника, Шехарей, а ведь, ведь да. праздник выпадает на середину года, который Да. начинается Нисан, месяц Нисан. Да. Сейчас, секундочку. Все, я сейчас переключусь на ком. Сейчас, полсекунды. Сейчас я выключу здесь это самое. Да, сейчас. Да.
Все, окей, значит, выключил у себя шеринг, а я сделаю свой шеринг, хорошо? Выключаем. Все, да, все, отлично, сейчас, когда мы как бы вернулись, окей, запись у нас идет, все, замечательно, окей, что иначе? Все, вы все видите, правильно? Ну, хорошо, слава богу, установилось, будем надеяться, что так оно будет дальше. Ну, хорошо, читаем как бы дальше, правильно, все это, да? Сделаю чуть-чуть Да. побольше. О, вот так. Так, Мацаныч, у меня отлично. Все, отлично. Да, продолжаем, да. Бемюхат, Лорал, Даша, Анна. Ниже, ниже, ниже. Да. Второе предложение второго параграфа. Да. Гамбетура, Лонемар, Бешум Маком, Шеришон Лаходеш, Ашви, Зерош Ашана, Эле Неймар. Сейчас немножко меня сейчас сам не нашел. А хаким был Лох Ашана, Ниже, 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 еще ниже. а Шила Мау Река Истоли Широ Шана Вальше Ма Нах. Ниже, ниже. Да, вот это мы прочитали, правильно? А Второй Шила, абзац. Да, второй абзац. да, вопрос в том, какой исторический фон праздника Рошана и как бы в честь чего мы его празднуем, да? Альше Ма Нахну Хологиму До. Бемьюхат Лора Увдаш Ану Мы Эмоционим шехак зе у зех летят Мицраем. В особенности, как бы этот вопрос, он стоит остро. Почему? Потому что в свете того факта, что мы подчеркиваем, что этот праздник является выходом из Египта. Да? Ма кэшер бен Ециат Мицраем и Рош Шана. Итак, какая связь между Рош Шана и Ециат Мицраем? Окей, хорошо, дальше. Это мы прочитали. А Второе дальше, а ты предложение. Шмош Элахак тоже прочитал? Да. А, ну хорошо, Шмош Элахак, Рош Шана, Аву, Тамомы, вот правильно. И также название этого праздника Рош Шана, то есть голова года, дословно, да, он Тамо. Тамо от слова литмо очень, как бы, удивительное, да, очень. Шаре Ахак, Хай Бэмса Шана, Шитхилат Бенисан. Почему? Потому что, почему же это Рош, когда праздник попадает в середину года. Ну, вы понимаете, как бы, почему речь идет про середину года, потому что сказано, выходы Шазе, Лахем, Рош Ходашим. То есть, первая заповедь, которая была получена, да, это о том, что этот месяц, в смысле месяц Ницан, месяц выхода из Египта, для вас Рош Ходашим, то есть это начало счета месяцев. Ну, правда, когда написано месяцев, можно понять, что это начало, как бы, счета месяцев года. И тогда получается, что через 6 месяцев есть Тишрей, и если считать, что Рош Шана, что год начинается с Нисана, то Тишрей попадает в середину года. Почему он называется Рош Шана? Все, вот это как бы я дал объяснение, которое, ну, мне, во всяком случае, понятно. Так, давай дальше. Гамбетура, Лонемар, Бешум Маком, Ше Аришон, Лходеш, Атишре, Ашвии, Ашви, да. Зе Рош Ашана. Правильно. Также и в Торе нигде не сказано, что первое, значит, число седьмого месяца Правильно. это Рош Ашана. Правильно. Эле Неймар, Микра Кодеш, Иелахем, Коль Млеха, Млехи того, Млехет, да. Млехи того, Млехет да. Авода, Лота Суйом Труа и Елахем. Правильно. Так, сказано. Эла Неймар, более того, как бы, или даже, Да. как бы, Эла это всегда супротив того, что было до этого, да? То есть нигде не сказано, что решен находится в Чии, то есть первое число седьмого месяца – это начало года. А наоборот сказано что? Что сказано? Вот это Микре Кодыш. Микрокодыш. Ну, как бы святое собрание будет у вас, да, или Святое Микра собрание Кодыш, будет у вас. да. Всякую работу не делайте. Правильно, работать нельзя. Да, день трубления будет у вас. Да. И единственное, что сказано обозначение, не сказано, что это Рош Шана, а сказано, что это Йом Труа. А не сказано совершенно, что это Рош Шана. Вот это поразительно. Это, значит, из Бамидбара написано Кав Тет Алеф. Соответственно, 29, 29 глава, первый посыл. Окей, дальше. Кмухен, Атура эйна мецайенет, эт тохно Правильно, шелехак. замечательно. Таким образом, Тора не... Эхмохен это также. Также. Также Тора не отмечает Правильно. суть праздника, внутреннюю. Содержание. Тохан Да. это содержание.
Тоха Нигоним в книге – это содержание, то, что по-русски называется. Тохно Ширках, то есть нигде не сказано содержание этого праздника. Да. Афилу ло неймар шебхак зе токим бешофар. Да. Даже не сказано, что в этот день, в этот праздник мы трубим в шафар. Да. Сказано Йом И не... Труа, сказано, что больше это День обязательно шафар. трубления, Такая да. это идея, да? Да. Да. И не ношель айомазе, им кен, и но барор. Правильно. То есть смысл этого дня Да. таким образом не ясен. Правильно, замечательно. Ну Я хорошо, перейдем передам. к Арслану, да? Давай, Арслан, да, ты с нами? Да, я здесь. Давай. Ешми Шейомер Шароша Миша Шана. Йомар, Ешмиша Йомар. Ешми Шейомар Шароша Шана Уга Хаг. Да. Шемецаен эт Брият Аолам. Ну да. Ну, Если есть как бы такие есть. кто-нибудь скажет, Ну, да, правильно, кто-то может сказать, что. что Рош ха-Шана – это праздник, который отмечается Отмечается творение. сотворение мира. Правильно. Кто-то может сказать, что Рош ха-Шана – это праздник, который отмечает творение мира. Правильно. Аваль. Авальзе Лунахон. Но на Да? самом деле это не так. Но это не так, да, это неправильно. Хайом Шибо Ану Мецайним эт Брият Хаулам Ху Йом Ашабат. Правильно. Но день, День, который в котором, приходит день, в нам, котором мы отмечаем, да? который мы отмечаем сотворение мира, это день Шабатний. Правильно, это в субботу. То есть, ну, в субботу отмечается творение мира. Почему? А ты как объясняет? Катув бемефораш беасерет Деворот, правильно, да. адбарот. Написано, да, Это написано в написано в Эмфурат. То толковании. есть, ну, это, да, в Эмфуратном случае это написано, Истинных влечениях. очевидно, подробно. Дословно подробно, вообще очевидно. То есть написано ясно в 10 речениях, да, сэр Дебаро. Что написано? Кишешет ямим осем Правильно. Аса. ашем Да. аса ашем эт ашамаем вэт хаарец Да. вьем пашви шаббат вайна паш. Да. Правильно. То есть шесть дней. Если, ну, то есть в 6 дней сделал Ашем небо и землю, а в Правильно. день 7 успокоился, ну и отдыхал, как бы, Ну что ли, да, так? да, то есть напрямую совершенно связано сотворение мира, да, с Бриятовлам, напрямую связано с субботой. А про Рош ха-Шана никакой связи нет, нигде напрямую не написано, что это связано с сотворением мира. Окей, опять, это из книги Шмот, 31 глава, 17 стих, правильно? Дальше. Убе Фарашат. Убе парашат Вайтханан еш Правильно. осфа Тосефет. а Тосефет. тосефет. Да? У Бепарашат Вайтханан, а в недельном разделе Вайтханан, что есть? Есть Дополнение. Тосефет это дополнение. Лаусиф это дополнять. Тосефет это дополнение. Да? Комментарии к Талмуду известно, называется Тосефта. То есть как бы дополнительный, правильно? Окей. Дальше. Алькен ЦВХ Ашем Да. Элохейха Лаасот эт Йома Шаббат. Да. И также заповедал Ашем Алькен, а я думаю, что это поэтому. И Всевышний. поэтому заповедовал тебе, да, Господь Бог или Всевышний, как угодно, да. Делать Йома Шаббат, да. соблюдать и Соблюдать, да, делать. дословно делать, но вообще, да, соблюдать шаббат, да? Окей. Почему Это в Алькен? дворе. Ну, потому что Всевышний, после того, как он сотворил мир, он отдыхал.
у шаббат, он шаббат, значит, ты должен лишь бот. Вот такая идея. То есть, опять, это прямая связь субботы с творением мира, а не Рошана. Дальше. Йом ха-шаббат, имкен, Да. мецаен, имках, имках мецаен, это Имкен, ты правильно прочел. Йома шаббат, имкен. имкен, мецаен, это брият ха-олам. День Имкен, да, шаббат. и даем шаббат, то есть субботний день, имкен. Ну, можно переставить имкен по-русски. Если так, Начало. Ну, имкен и поэтому, значит, имкен и по-видимому, да, или и поэтому, да, лучше даже поэтому. Поэтому субботний день, он что, мецаен, отмечает отмечает сотворение приятного мира. лагубного смысла. Именно суббота отмечает сотворение мира. И тогда мы возвращаемся к нашему вопросу, который был задан ранее. Ума. Мы отмечаем Рош-Ашана. А что мы отмечаем в Рош-Ашана? Правильно. Окей. Ну хорошо, Я возвращаемся передаю. к нему. Да, давай, сейчас Тимофея. Да. Баталмуд. Да. Бемасех это Рош-Ашана. Да. Неймар. Да. Значит, в Талмуде в разделе Рош-Ашана сказано. Да. Тани Таня, Таня, Раби. Таня, Таня, Да. Таня. Тани Раби Элиезер Таня, думаю, Омер, Танай, Танай, да, Таня, да. Раби Лезер, да. Омер Бетешрей Невра Аулам. Да. Значит, Танай Раби Элиезер говорит: Тишрей Создан, создан да, мир. дальше известно, дальше я буду сейчас приводиться, известная или знаменитая, как угодно, спор между двумя Танаями. Один говорит в Тишрей, а другой говорит в Нисане. Вот Раби Лезер утверждает, что мир был сотворен в Тишрей. Дальше. Авальзо дато шель атана Раби Элиезер Да. шехен бетора ле неймар матай невра аулам. Да, правильно, замечательно. Но это мнение Ну да, то есть как бы это личное, Татана это персональное да. мнение, вот этого Тана Раби Элиезера, Шехен. Элиезера, Поскольку... поскольку в Торе не сказано, когда создан мир. Да, в Торе не сказано, это мнение Тана, и дальше. А супротив него говорит другой. В Раби Йошуа Ахен Да. Холек Аль Дато. Правильно. Так, Раби Йошуа И вот Раби оставим. Йошуа, да, Ахен действительно, да. То есть, если бы это было Значит, написано в Торе, это невозможно было бы оспарить. Но поскольку это мнение как бы отдельного человека, даже если он на статус мудреца и там, тем не менее, это можно оспаривать. Поэтому Раби Йошуа, Ахен Холек, он действительно Холек, это, ну, вообще, по-русски это как бы наоборот получается, потому что да, по-русски это разделяет. разделять, это в смысле соглашаться, он разделял его мнение, правильно? Но на иврите холек это давка, это именно оспаривать мнение, да? Холек аль дато, махлок это спор, а не как по-русски, на самом деле получается наоборот, потому что по-русски лохлок это как раз как бы разделять мнение, в смысле, что быть соучастником этого мнения, здесь Да. наоборот. Окей, дальше. Что он говорит? Раби Йошуа Омер Бенисан Невра Аулам. Ну да. Да, Раби Йошуа говорит, что в Ниссан Ну был создан мир. да, типичный талмудический спор. Один говорит так, другой говорит прямо противоположно. Окей. Барур Лемала Михоль. Да, сейчас чуть-чуть только так сделаю. Да. Барур Лемала. Лемала Михоль Сефек. Сафек, Шагам сафек. Сафек, Шагам Раби Йошуа, Алло, Раби Йошуа бен Ханания. Ханания. Так, переведем. Ну давай. Барур, барур лемала Поясним миколь сафек. сверху. Да, барур лемала миколь сафек. Ну, Ну, ясно, без очевидно, всякого сомнения. сверх всяких Сомнения. сафек это, ну, будет. Сомнения. Да, Опасения. то есть без всяких сомнений, без всяких Да. сомнений. Дословно сверх всяких сомнений. Ну, по-русски, наверное, без всяких сомнений, раба Йошуа. Да, что Алло, это? Витен от раби Бен Йошуа бен Хананья. Ханане, да, он что делал? И Хогек это Рош Шана, Вав Тока Токе, Бешофар. токе бешафар, да. Бешофар. Значит, без сомнения, что он отмечает
Роша Шана Да. и даже трубит в шофар. Ну да, то есть он тоже отвечает, да, то есть он то, вот этот Раби Йошуа, он тоже отмечает Рошана, да, и он это Токе Бешафар, да, хотя он считает, что это в Нисане. Дальше. Вло Мишаль Мифней Магу Хогек. Да. И ему тогда спрашивается, что он отвечает. Да. Да? Да. Да. Продолжаем. Да. Гуло гая омер, митней шеолам, невра беото айом. Да. И он как бы не говорит, что мир... Лоа я умер, он бы не сказал. Окей. Он бы не сказал, что мир был создан в этот день. Да. Да. Лефизе брият Аллам эйна тохен айкари шелехак. Во какое резюме. Поэтому, значит, сотворение мира – это не главное Содержание содержание праздника. этого праздника, да. Кило. Килю это хен ше тухно айкари шелехак еш Нуй Правильно, да. махлокет. Совершенно правильно. Кило Килой тахен. тахенши тухно и кариши ляхак и е шануй бы махлоки. Потому что невозможно, чтобы главное Чтобы содержание движение праздника праздника и было е шануй предметом бы спора. махлоки. Оно бы находилось как это... Ну, в смысле, в споре, то есть было бы Ну, чтобы неоднозначное о мнение нем по поводу спорили. него. Шануй бы махлоки, это означает, что это неоднозначное мнение, а поэтому существуют разнообразные мнения по этому поводу. Не может быть, что главное содержание праздника, главный смысл праздника, да, он не поддерживается однозначно всеми. Одни считают так, а другие считают так. Шануй бы махлоки, это означает, что он как бы находится в споре, дословно говоря. Ну, поэтому можно по-русски подобрать какой-то более приличный перевод. Но идея как бы понятна, правильно? Окей. Вот дальше тут есть такое некоторое, ну, я не знаю, пропускать это или нет, но, может быть, начнем хотя бы. Тут дальше некоторая историческая справка вообще, каким образом у народов мира на то время праздновали, что считалось Новым годом. Ну, давайте, может быть, начнем, что мне казалось, что вот следующее более интересно, да, Улам Шель Тишрей, Улам Шель Нисан. Ну, давайте хотя бы начнем здесь, может быть, первый параграф, а потом перейдем. Ну, Потому что дальше хорошо. некоторые исторические эти самые объяснения долгие. Окей. Ну, Я хорошо. продолжаю тогда, да? Да-да. Так, реформа было хашана, ахниса бемат Правильно. история. Правильно. Так, значит, реформа в календаре, Правильно. годовом календаре, Правильно. это вход Ну бемат. да, вход или появление, как угодно. Лебомата история. Дебамат, это что? На Бама это арена. А, В данном арена случае. истории. Да. Да, на историческую арену. То есть, каким образом и когда народ отмечает или устанавливает, как отмечать, когда отмечать новый виток истории, это таким образом он заявляет о вхождении на историческую арену. Правильно? Окей. Да. Дальше. Так. Мари. Миги бихваль машмаут ашела аим невра аулам бетишрей ол бенисан. Да. В чем вообще смысл Правильно. вопроса, Правильно. когда создан мир, тишрей или Ну да, нисан? создан ли он, а им не враг, создан ли он в Тишрей, в Писании, да, Майи, Бихлаля, Машмаута, Шила. А в чем вообще смысл этого вопроса? Какая, грубо говоря, разница? Ну, можно так, можно так. Может быть, это просто установили, как бы формально, и все. Однако Раф объясняет, что это не так. Да, Арей. Рейгам Раби Элиезер, Да. Масхим Ше Ашана, Айврит, Матхила Бенисан. Ведь Да. даже Раби Элиезер согласен, что еврейский год начинается в Нисане. Да. Уве Омро ки Бетишрей Небра Аулам. Да. И по его словам, в Тишрей создан мир. Да. Окей. Эйно миткавен лехах Да. шашана
Матхила Батишей, Элеше Улам, Итхиль Батишей. Ну, я не очень этого понимаю, может быть, как бы вы наверняка понимаете это лучше меня. Я не очень понял эту как бы игру умозаключения, скажем так. То есть он считает, ну давай переведем, окей, беседа. Убы умро, да, и когда он говорит, или в его говорении, или говоря, что в тишине врала улам. Да, он как бы не намеревается. Эйномит Нет, Ковен. Скажем так, говоря так, что в Тишрее создан мир, он тем самым Эйномит Ковен, он не подразумевает что. Эйномит Ковен лекак шиашана, он не подразумевает что. Что год начинается в Тишрее. Ну да, когда он говорит, что мир создан в Тишрее, он тем самым не даже это понимает, что он говорит, что год начинается с Тишрея. Как Да. бы не связанные вещи. Створение мира было в Тишрее, но это не обязательно, что год должен начинаться с Тишрея. Да, Эла. Но что Эла, он имеет в наоборот, виду? или А, Да. или однако, или как. Ну, значит, может быть, А. А. Что мир начинается в тишине. Да. Эла шеулам итхиль бы тишрей. То есть идея в том, что мир был сотворен в Тишре, означает, что улам итхиль бы тишрей. Мир начался с Тишрея. Но год не обязательно должен начинаться с Тишрея. Вот как бы такая логика. Шарей Неймар. Шарей Неймар бемефураш бесефер шмот. А, как да. сказано ясно в книге Ну Шмот. да, почему Шарей? Ведь ясно, совершенно ясно, то есть черному по белому, сказано в книге Шмот. Опять вот эта фраза, да, которая является ключевой. Аходыш. Аходыш азе, в Имеется скобках в виду Нисан, Ниссан, да? Алехем, Рош, Рош Ходашим, Да. Ришон, Гу, Лехем, Лахадшей, Ашана. Ну да, то есть как бы это ключевая фраза, правильно? Если счет месяцев начинается с Нисана, то это означает, что это начало года. Первый месяц, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так считаются витки года. И поэтому совершенно очевидно, что это начинается. Он должен начинаться с Нисана. Но тогда непонятно, каким образом. То есть по его действию, видимо, происходит разрыв. То есть Раби Элиэзер считал, что мир сотворен в Тишрее. Но при этом год должен начинаться с Нисана. Вот такая логика. Окей. Ну хорошо. Вот тут у нас Аня появилась, по-моему, нет? Аня, ты с нами? Нет? Нет, ну я могу попробовать. Ну давай, попробуй, давай. Ты уже не раз пробовал. Ну. Так, Алафия Тора. Так, Пеула решена. Шеосе им Исраэль. Берега. Шеу Муфи Аль Бамота история. И Бамота история. И так, реформа. Молодец. Реформа Балу Хашан. Балу Хашан. Так, значит, согласно Торе, ну, первое действие, правильно, которое совершается с Израилем, с народом. Нет, только здесь не Ама, в смысле не им Има Исраэль, Ам, который да, совершает Исраэль, народ. Совершает народ Израиля в момент, когда он правильно появляется на исторической сцене. Правильно. Это реформа календаря. О, он делает версию реформы в календаре. А что значит реформа? Это означает, что до этого было как-то по одному. А Исраэль говорит и начинает это с божественного повеления, переданного через Моше. Он начинает делать по-другому. И вот это вот называется реформа. Так я понимаю. Дальше. Так, и Шар, Лейтхилет, а история. Правильно. История Шелям Исраэль Бли Лишнот Кодем да. Колет Лоха Шана. Да. Так, невозможно начать историю народа Израиля без, да, без того, чтобы прежде переменить... Прежде всего, да, Кодем Коль прежде всего. Кодем Коль прежде всего изменить календарь. Правильно. То есть нельзя начать историю, прежде чем не поменять календарь. Да, отлично. Так, во им реформа И. Угу. Так, вот эта фраза какая-то. Вот это, понимаешь, вот это вот только из контекста. Шемеата. 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 А, шемеата. Вейлах.
Шеваялах, а Меотаваялах, Матхила Ашана, Бенисан. Да давай, давай переведем тогда. Значит так, вы и с реформ, вот с этой самой реформой, Да. только отсюда, как Меотаваялах, и Да, если отсюда смысл и реформ, далее, да. отсюда и далее, год будет начинаться в Ниссане. Ну да, С то есть этого смысл момента реформы в том, что теперь смысл, она да. будет начинаться с Ниссана. Да, окей. Нишелет, Нишелет. Нишел это Шейла, Да. Матай, Эхла Эхела, Ашана, Эхела, да. Эхела Ашана Кодем Лахен, Лахен. да. Так, значит, мы, ну, можно спросить, Ну, как бы напрашивается вопрос, можно да. задать вопрос. А когда начинался год до этого? Ну да, теперь сказано, вот этот Ниссан для вас Рош Хадашим. Ну, наверное, это было что-то новое. Почему? Потому что до этого-то тоже считали. И, наверное, это указание, это мицва считать с Ниссана, Рошей Хадшана, она пришла для того, чтобы изменить существующее. Второй вопрос, а что было до этого? Окей. Так, Ашана Атика, Да. Акдума, Эхла, Батишей. Эхела, Эхела, да. Эхла Батишей. Значит, Замечательно. в древности год Да, правильно. начинался в Тишрее. Вот, в древности ты сейчас считали, начиная с Тишрея, вот какая история, да. Так, Умеохар Ютер. Правильно. Бешнат Ицат Мицраем, Правильно. Хидша, Да, Аневуа, да. Шенезис, Правильно. Этхила, Ашана, Бешеша Худашим. Замечательно. То есть, Так, Шана, значит, Атика, Акдума, Ахила, Батише. То есть, древнее исчисление месяцев года начиналось с Тишре. а вот Дальше. это Умеухар, позже. Йотер. Более того, или что-то типа Не, того. нет, а позднее. А позднее, в год исхода из Египта, Правильно. значит, Хидуша как бы Ну, какое-то Хиджан Эва, то есть хидуш, который сделало пророчество. То есть, там... обновление, пророческое Ну, обновление, да, чтобы, то есть хидуш, ну, который сделал Навуа, то есть Навуа Муше, Муше передал слова Всевышнего, это хидуш, который он сделал в пророчестве. Да, какое, в чем оно заключалось? чтобы сдвинуть начало года на 6 месяцев. Джаназис, что мы будем сдвигать, анахно назис, мы назис, мы сдвинем, ше назис, что мы сдвинем начало года, на сколько? Башиша Хадашим. На 6 месяцев, На потому шесть что месяцев. правильно, разница между Тишреем и Нисаном полгода. То есть, грубо говоря, интересно, дальше тоже будет это обыгрываться. Получается, половина года и считать от Тишре. То есть, всего 12, а от Тишре до Нисана 6 месяцев. Окей. Вот такая детективная завязка. Дальше. Так, Йоце, Лефи Зе, Да. Шеатора, Мутира, Белуах Ашана, Хак Кадмон, Шациен, Кодем Лахен, Этхила Ашана. О, потрясающее заявление. Так, Йоца как исход, Юцелик Низе. а Ну да, и из этого выходит, выходит, или получается из выходит этого, или отсюда, выводит из этого. что Тора добавила в Ну, календарь. матера как бы разрешает, я думаю. Разрешает Мунтира вот так разрешает было в календаре Хак Кадмон, как древний праздник Да. получается, древний праздник, который отмечался прежде всего или ранее Да. всего как в начале года получается О, потрясающее заявление, что, несмотря на то, что сказано, что счет месяцев начинается в Ниссане, тем не менее, факт, что еврейский Новый год начинается с Тишрея, а Тишрея нам до этого показали, что это было принято в древнем мире с этого начинать. Каким-то странным образом Тора почему-то оставляет начало мира, начало еврейского года, так как это было принято у народов. Вот это такое странное заявление. Окей? То есть мы видим, что есть две тенденции. С одной стороны, поменять
И это то, что Муше Берох Навуа, передавая приказание Всевышнего, он сказал, нет, все, теперь будем читать с Нисана. Но с другой стороны, Рош Шанат почему-то остался в Тишрей, а Тишрей это как было до этого. Вот такая детективная история. Да, хорошо, теперь идем, Арслан, правильно, Аваль. Так, Аваль Мецаен. Не, Миньян, Миньян. А, Минаем. Аваль Минаем. Минаем это откуда нам взять это, откуда мы знаем. Аваль Минаем Лан. Откуда нам как бы знать? Аваль Минаем Лану. Шабеет Правильно. Гитхила Ашана Батишрей. Ну да, сейчас будет некоторый археологический или там исторический опус такой, да? Ну хорошо, перейдем эту фразу. Аваль Минаем Лану. Чтобы это атика и тфила шана быть ишрей. Откуда нам известно, Ну что да. во время древнего... Древнее время. Эт. Шебе эт. Да? Хотя, смотрите, интересно, это слово, если вырвать из контекста, вполне можно писать как шиват. Шиват Агамадим, например. Семь гномов, вот было бы написано шиват Агамадим. Правильно? Вот. Но в данном случае это не шиват Агамадим, а это шебе эт. И когда это не огласовано, это только по смыслу. Чтобы это атика, да, что в древнее время. Год начинался в Тишрее. Правильно. А откуда мы знаем? То есть было сделано утверждение об одну фразу, которую мы приняли как аксиому. О том, что в древнем мире год начинался с Тишрея. Но Рав Шерки говорит, ну хорошо, а откуда мы это знаем? Дальше будет объяснение. Окей? Беафирут. Хафирот. Раскопки. Беафирут археологит. Археологию на археологических раскопках. Вот тут три бета стоят. Очень интересно. Да? Бе-бавель, правильно? Потому что тоже, если это вырвано из контекста, вообще непонятно, что это за слово. А в контексте понятно, что это раскопки. Бе это вы. А дальше написано бавель. Но иначе понять невозможно. Бе-хафирот археологию бе-бавель. Да, нимцеу. Немцы у хатах, Иткатвуйот, переписки. Иткатвуйот. От слова михтав, от слова лихтов писать. Иткатвуйот, переписки. Шельхамелех хамураби. Хамураби, да, хамураби, правильно. Я думаю, что хамураби. И в раскопках, в археологических раскопках в Вавилоне мы находим... Ну, переписку, переписки. Переписку царя Хамурапи. Да. Законы Хамурапи. Да. Шехай. Но это тоже. Это тоже только по смыслу. Потому что шхай, можно запутаться и понимать, что это за слово шхай. Такого слова я не знаю. А когда ты читаешь целую фразу, ты понимаешь, что это шехай, который жил. Поход. Да. Поход о Йотер. Да. Беткуфатоши Авраама Вину. Правильно. Так вот этот Хамураби, что с ним? Шихай, поход Йотер, Беткуфатоши Авраама Вину. Который жил более-менее, поход Йотер, более-менее. Беткуфато. В период или во время кого? Период Авраама Авину. Ну да, то есть вот Хамураби, это так предполагает, что он жил более-менее в историческом времени Авраама Авину. Амрафель так его называет вроде бы, да? Да, его, серьезно, так, мне кажется, что это нет. Но я совершенно не специалист, не знаю. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не танахическая личность. Но можно потом проверить. Я думаю, что нет. Хамурапи это, ну, это какая, на слуху это известная какая-то личность из Вавилона. Но, по-моему, это нет. Не знаю. Окей, ну пойдем дальше. Им носей... Им носей... Мешарот? Мисрот бемалахто. Ну, то есть, вот его эта переписка, Иткатвуйот, она с кем была? Им носей мисрот. Носей мисрот это, ну, как бы... со своими чиновниками. Но се – это нести, а мисра – это джоб, это как бы должность, то есть с носителями должности, ну, то есть с должностными лицами, скажем так. Бемом лахто, что такое бемом лахто?
в его царствовании. В его царстве. То есть он переписывался вот со своими должностными лицами. Не знаю, там, начальник этого, начальник этого, начальник этого. Или министр этого, министр этого, министр этого. Дальше. Бехат. Бехат Мехен. Да. Нотен Хамурапи, Хамураби Хора. Да. Лехохней. Лекоханей, Коаней. Лекоханей. Ну, священнослужитель, да. Бебавель, да. Ува, Номар. Неймар, да. Неймар Шехашана, Эйна, Бемкома. Да. Вехи, Алейхем, Леосиф, Элуль, Шени. Ну да, у него некоторая переписка есть по поводу, каким образом надо строить календарь. Да, вот Бехатмиен, то есть ну, в одной из них, то есть в одной из этих, ага. в одной из этих переписок, да, но Тен Хамурапи Ураа. И он дает такой как бы указ. Указание, да, указание. Лакуоне Амигдаш. Ну, как бы священнослужители этого храма в Бавеле. Ну и так приходит высказывание, что ли? Убана и Мар, и в ней сказано, Шашана и На. Что в ней сказано, Шашана и На Бемкома. Что на своем месте. Ага. Не знаю, он имеет в виду именно этот год или вообще год. Наверное, я имею в виду, что этот год не на своем месте. Веки Алеем, Ноусиф и Бульшини. То есть, и надо добавить какой? Еще один месяц. Это типа как в еврейском календаре есть два Адара, а у них два Илуля. Такая идея. Дальше. Бедоме. Бедоме. Лейвур. Да. Ашана еще. Ашана. Ашана еще. Ну да, каждый, по-моему, третий год в этом самом в еврейском календаре это Шана Меуберет. Меуберет дословно как бы беременная, по-моему. Ну, то есть, грубо говоря, я не помню, как называется это по-русски, это точно. В общем, говоря, это Шана Меуберет, когда к ней добавляется еще один месяц. Сделано для того, чтобы подбить лунный календарь. Солнечный. Правильно? Угу. Окей. Дальше. Шинова. Шинове, да, Миках. Шинове, Мехен, Шашана. Айрхит. Ирхит, а слово Ярех, то есть лунный. 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 Хи, Бефигур. И Бефигур. Бефигур, Бияхас. Бияхас, Лишана. Ашемашит, солнечный год. Так вот этот вот Бедумелы и Бура Шанашила, но как, то есть это похоже или точно так же, как происходит у нас с Шанам и Уберет, да? И этот факт добавления месяца, из чего он проистекает? Шиновэ проистекает из чего? Шиновэ Миках? Что из этого, ну, что так, вот этот факт добавления или там необходимость добавления еще одного месяца в Шана Меуберет, он проистекает из того, что Шана Ирхит, лунный год, ибо фигур Шанаш Мешит. А он отстает, фигур это отставать. Ну, вообще, это не очень хорошее слово. Ну, как бы оно используется так, но вообще, ну, такое бранное слово на иврите, мефагер это идиот. Пигур, пигур, сикли, не про нас будет сказано. Это означает как-то умственное отставание, да, это как бы, ну, типа болезни вообще. Вот. Но кроме того, есть и выражение, называется, они немца бы пигуры. Это означает, что я отстаю. Отстаю не в смысле на велосипеде я за ним дальше еду, а в смысле, что я отстаю, вот не успеваю сделать что-то там, как-то вот что-то такое. Поэтому, значит, это бы пигур, что она отстает по-русски, да, отстает, бы я слышу, она, а, шемешит, наверное, шимшит, наверное. Что такое Шана Шемшит? Это солнечный год. То есть лунный год отстает от солнечного года. Дальше. Мидей Кама Шаним. Мидей Кама Шаним Хая Цорех. Да, правильно. Носив Ходыш, Носев Лешана. Носав, да, Лешана. Поэтому. Мидей Кама Шаним, а я Цорех Леосив Ходыш Носав Лешана. Поэтому. И поэтому сколько лет... Мидей Кама Шаним через несколько лет. Через несколько лет, а я 40.
будет так, что не Было хватать, необходимо, было было необходимо. Что делать? Было необходимо сесть, добавить месяц, добавлять. Ходыш но сафлышана. ну, добавочный месяц к Брать году. добавочный месяц к году, в смысле к лунному году, чтобы он сравнивался, подгонялся к солнечному. Велахен. Велахен рое Раада Хамураби. Хамурапи ленахон Да. леосиф от ходыш леходыш ахарих Лыходыш Ахарон Бышана. ахарон бешана. Да. Элульшени Велахен Рааха И Мураби. затем И в связи с этим правильно, увидел или Хамурапи. поэтому Хамураби считал, в смысле, Ра, можно сказать, видел, но видел, в смысле, считал, что правильно, что делать. Добавлять еще месяц Да. к месяцу Последнему месяцу последующему году. года, то есть раз в несколько лет добавлять еще один месяц последнему месяцу года. А какой это последний месяц года? Ну, у них это был Илульшини. Элуль. Да, Элуль Шени, потому что Элуль предшествует Тишрею. Элуль, как бы, 11 месяц, последний месяц года. После Элуля начинается Тишрей. Мы сейчас в Элуле, который кончается. Соответственно, в Йоме Рви вечером будет первое Тишрей. Окей, Рошана. Поэтому у них добавляли еще один месяц. Дальше, Ваилу. Вилу Ану. Ваилу Ану. Что такое Ваилу Ану? Илу. Однако мы, что Однако делаем? мы Да. Эйот Хиот Вишана Шилану. Ашана Шилану Мистаемет Беходыш Адар. Да, давайте по кусочкам, чтобы было понятно. Вы Илу Анахну, однако мы, Однако мы Эйот, поскольку, однако мы, поскольку, поскольку год наш год, наш год еврейский год, Мистаемет Беходыш Адар, кончается заканчивается вместе Адар. Адар предшествует Нисану, да? Не Элуль предшествует Тишрею, а Адар предшествует Нисану, да? Поэтому что мы сифим? Мосифим Адар Шини. Вот та же Мы логика. Мы добавляем сифим Адар, второй Адар. знаете, есть Адар Алеф, Адар Бет. Вот праздник Пурим, он иногда так, иногда так. Дальше. Лефизе. Лефизе барур шебимей хамурапи тишрей хая хаходыш харишон. Ну да, поэтому, исходя из этого как бы умозаключения, видно, что во времена Хамураби, который, по-видимому, представляет, скажем, не еврейский мир на то время, да, он начинался с Ходыша Тишре. Окей, переходим к Тимофею. Давай. Давай. Ну давай. Каамур Да. Бавель Правильно. Аю Ноагим Да. Бухаршим Ерхаим. Ерехаим, я думаю, Ерехаим, Ирхиим, я думаю, да, Ирхиим. Ерхаим. Ирхиим, Да. да. Каамур, так это как Камур, как было сказано. сказано, правильно. Да, Вавилония. Да. Были обычаи в Ну, месяцы, были, да, месячные месяцы. Аюну Агим, то есть следовали за, или у них было принято. Было принято, наверное, лучше. Да? Ходашим. Лунные месяцы. Какие? Да, лунные Лунные. месяца, да. Ходашим шеникбау лефи айрех. Ну, да, Месяцы, по-видимому, которые я сейчас как устанавливались в соответствии с луной. наверное, это было проще всего. Почему? Потому что, ну, непонятно, как Солнце меняется. Солнце не видно, как меняется, правильно? Это более сложно. А Луна всегда видно, как она растет, растет, потом начинает уменьшаться, а потом снова начинает. То есть начало месяца всегда как бы видно по Луне, а по Солнцу непонятно. Я сейчас про это подумал, поэтому было проще всего считать лунный месяц. Такая, наверное, идея. Окей. А Хадашим не гбиули фиаэре. Да? Да. То есть месяца были определялись по Луне. Дальше. Беот. Беот, же Бе Мицраим, Да. Ходышим, Гаю, Беофен, Малахоти, Искусственным путем, да. да, Бней Шлошим, Йом, Кулям. Да. В то время как Беот Помню, Шебе. как в Египте месяцы определялись
Айо Беофен Малхутия были, ну, как бы искусственным способом, они были искусственным способом, состояли из бней. Они были шлоши, мне 30 лет, да? Они состояли или были какие 30-дневные. 30-дневные. Они все были 30-дневные. В Египте просто их всех искусственным образом считали, что каждый месяц 30 дней и все. И, по-видимому, не следили за Луной. Такая, наверное, идея. Я так предполагаю. Да? Дальше. Вехах гаю шаним эсер ходшим. Шней масар ходашим. Вехах гаю шней масар ходашим. Шней масар ходашим бней шлошим йом. Ну да, и так у нас получается что? 12 месяцев, правильно? Да, не, да, шней масар, 12 месяцев, каждый по 30 дней. Правильно, по 30 дней, 12 умножаем на 30, получаем 360. Да. Сааколь, вот это сокращение, это сааколь, вы это знаете, да? Это первые, это три буквы. Сах, всего, а, но это сааколь, всего, или итог, и резюме. Когда человек там столбик что-то считает, или сколько надо ему заплатить, или сколько ему должны, вот он принято писать сах. Сааколь, сааколь, это всего. Окей. Итого, сколько получается? 360 дней. Замечательно. Ах. Ах, мехар, башана, шимшит. Шимшит, Ишнам. Ишнам, да. Шалош. Шлош мошишим бехамеш. Йом. Йом, да. Ах, меахар ше бешана шимшит. Ешнам шлош мошишим бехамеша йом. Или шлош мошишим бехамеш йом. Да. Однако, поскольку. Да. Только в году солнечном. В солнечном 365 году 365 дней, а у них 360 получалось. Что они должны были делать? Аю? Аю мусифим от хамиша ямим. Правильно. Ше нахшеву кеймим мехуц лешана. Ванекрау аймим анорим. Замечательно. Представляете, какой потрясающий вывод. В Египте было 5 дней, которые назывались ямим нораим. Да. А они что, значит, они делали? Добавляли, да. Добавляли еще 5 дней, да. Которые считались как страшные дни. Правильно, которые считались мехуц лешана. Ну, и снаружи как бы, года. Вне года, такое странное время, ни туда, ни сюда. Оно как бы туннель времени. Вот этот туннель времени назывался Ямим Нураим. Потрясающе. Окей. Да. Дальше, а вот теперь так. Возвращаемся к евреям. Ашана. Ашана иврит. Да. И бат шмешлор шлошмот хамишим в ямим. Да, ямим, как гематрия шельшана. Потрясающе. Значит, да, и в еврейский год он, значит, ну, дает 355 дней. А и тут как бы напоминает, что это гематрия слова шана. Гематрия, значит, числовое значение букв шин-нун. Если вы почитаете шин-нун-эй, вы получите число 355. Потрясающе. В имках еш ацлейну пигор шель асара ямим ле умат шана ашемеш. Правильно. И из этого, если из так, этого получается, да, что у нас, да, что есть? Еш ацлейну. Есть у нас пигор, это отставание. Отставание 12 дней. Да, да, 12 дней. От солнечного по отношению года. Да. Что это за 10 дней, по-вашему? Ямим нораим. Ямим нораим. Вот как все складывается. Да, лефизе. Лефизе. Еш асара ямим. Шехем михуц лашана. Да. По такому принципу есть, значит, 10 дней, которые вне года. Да. Галохем сарат ямей атшува. О! Вот уже чувы дошли. А они есть те самые сарати, асерат ямет шува. Те самые 10 дней шува. Правильно, да. Алло, элу ямим. Вот эти самые дни. Шенимцаим михуц лезман. О! О! Это такие дни, которые находятся михуц лазман. Вне временное время. Беямим эле. Да. Митан лазор. Ахора безман в натакен эт хатей авар.
О, замечательно. Что значит чува? Чува снова лошов, правильно? Возвращение. А как можно вернуться во времени? Во времени невозможно вернуться. Один раз вступил, как и там, реку времени. Все, больше ты уже тогда вернуться невозможно в другое, да? Окей. Река течет все время. А если у тебя есть 10 дней, которые выпадают, которые вневременное время. Когда это временное время, во время этого как раз можно сделать чуву, то есть вернуться обратно. Замечательно. Окей. Значит, в эти дни дано Правильно. вернуться еще Назад. пора На назад назад. во время и По времени, во исправить, времени. Было так и да, хатаява. исправить грехи прошлого. О, замечательно. Вот Так так я вот. отдам. Интересное построение, да, Ань? Можешь дальше? Так. Так, Шима Неймар, Малану, Велем Макарот, Макарот, Правильно. Макарот, Айцуним, Айцуним, Хицуним, ну, как бы посторонний, а Бог как угодно, а посторонний лучше, наверное. мы археология. Меархеология, да. Шману мар малану лым корот хицуним археология. Шману Так, мар. Ну, можно задаться значит, вопросом, да? вопрос, что для нас Да. А что это для нас эти самые, да? далеких эти Внешние все. источники. Мы Торы, вообще говоря, для нас источник. А что это нам какие-то археологические, эти выкладки А, нам? это источники, Однако. внешние источники или посторонние, Да, да. да? Да. Харей, Адавар Катуф, Бемефураж, Гамбе Сефер Малахим. Ну да. Однако, вещь, ну то, что, ну, как бы, Ну, а это слова, совершенно очевидно, что слово это написано в написано книге, да. ясно написанное, Да. да, в ясном виде, также написано в книге Малахим. Вот Правильно. цитата Хетвав, Да. 8.2, Правильно. видим. Так, Правильно. Месупар, Ки Шлома Амелых, Да. Асаф, это Коль, Асаф собрал, Асав, да, собрал. значит, Шлома Амелых, там написано, что Шлома Амелых собрал Коль Исраэль, Баярех, Да. а, это Это Ним, аним. Это аним. Ну, вот, от слова это это аним, Ним, как бы стабильные, существенные, месяц. великие, как угодно. Да. Баярех, это что, месяц или Да, это в куна? месяце это такой месяц назывался Месяц и Ярех это Таним. аним. Могучий какой-то или Могучий, правильно, да. могучий Бхак. О, Ходыш Ашвии. Ашвии. Праздник, Вот который опять был ходыш швеет, ходыш тишрей, правильно? в седьмом месяце, получается. Да. В седьмом, да, праздник седьмого месяца. Вот так Да. получается. Так. Ум. Мефареш Таргум, Мефареш Таргум, Таргум Да, Йонатан это есть два Бен торгума. Один как бы он Йонатан пишет, а второй Йонатан бен Узиэль, да. Бен значит, и как комментирует, видимо, Мефареш Да, комментирует, объясняет, да. Таргум Йонатан Бен Узиэля, Ше Яреах Айтаним у Яреах Агдумим, Акадумим. Кадмоним. Кадманим. Как это месяц Ше Акадмуним Гаю Муним Мимену. Это Шаним. Это Да. месяц, который как бы Кадманим, Ну, как бы древний, в смысле, в в древности. древности был считался От него Мимену считали, я думаю, аю моним и мену от него тешаним. считался год, от него считались годы. Правильно. От него отсчитывались годы. Так. Вы Это ата? рата нахну муним минисан. А сейчас Ну мы да. считаем от нисан. Ну да, вот раньше считали от Ходеш и Таним. Ходеш и Таним, это седьмой, сказано, это седьмой. То есть считали из Тишре. Ну то есть вот в дополнение, как я, Господи, не могу, к археологическим выводкам этого Хамурапи, да,
А зачем нам этот Хамурапи? У нас свой Хамурапи. Вот в книге Малахим сказано опять такое подтверждение, что в древности год считался с Ходеша Тишри. Вот мне очень понравилось из вот этих всех выкладок, вот эта выкладка про Шуву, о том, что, во-первых, я, например, не знал этого, то есть как бы мне в голову не приходило, что гематрия слова Шана 355, правильно? А разница между солнечным и лунным 10 дней. Эти 10 дней добавляются, типа как египтяне добавляют, я тоже этого не знал. Вот, и это получается вневременное время как раз те самые 10 Ямей Чува или Ямим Нураим, в которых можно вернуться по времени, потому что 10 дней, они вневременные. По-моему, очень интересно. Ну хорошо, хотите еще чуть-чуть почитаем? Вот, да, нет, давайте, может, закончим. Ну давай, что, у нас уже поздно. Нет проблем, ты пропустил, были некоторые технические эти самые заморочки в начале. Ну неважно, хорошо, мы все равно мы смогли что-то прочитать. Тогда останавливаемся на этом. Давайте тогда, может быть, сделаем так, отметим осенние праздники тем, что я как бы предлагаю, тем, что, может быть, наши последующие занятия мы... Во-первых, да, следующая Йом Хамиши, то есть не следующая, на этой неделе Йом Хамиши, но, естественно, не получится, потому что второй день праздника, да, поэтому как бы два дня, это не так, как праздники бываются в Галуте, а в Израиле они нет. Рош Шана, это Йом Ариха называется, длинный день. Просто... Не, ну подожди-ка, а по-моему, среда-то у нас, это, ну, четвертый, первый день праздника. Подожди, Йом Рви, вечером начинается праздник. Йом Хамиши, да. Это праздник. Ну да, да, но все равно в любом случае это праздник. Ну да, 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 это я неправильно сказал. Да, правильно, Шиши второй день. Да, Шиши второй день, ну не важно. Праздник, а пятница это второй день праздника. Да, 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 правильно, правильно. Но по любому случаю, значит, Хамиши. Праздник, праздник и праздник. А давайте в Йом Ришон. Воскресенье, Йом Ришон у нас вроде... Йом Ришон, да, я предлагаю в Йом Ришон, может быть, не недельный раздел разбирать, а может быть вот... А вот эту статью, дочитаем статью, очень интересно. Да, 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 да. Давайте. Да, да, я ее сколько-то вот сделал, она там потом дальше делается, ну вот сколько мы успеем, мы прочтем, потому что там дальше начинается, ну, я не хочу сказать занудно, но такое длинное обсуждение, споры между тонами. Вот эта вот часть, вот проходишь, вот это вот очень интересно. Уламши Тишрей, Уламши Ниса. Это очень интересно. И вот, может быть, мы успеем его сколько-то прочитать, вот, скажем, дословно. Потому что, начиная с Махлоки, то там уже сложно идет. Это, в общем, ну, на мой взгляд, менее интересно простому человеку, скажем так. Окей, ну хорошо, заканчиваем на этом, да? Да, да, хорошо. С наступающим. Все, хорошо, да, всем шанату вам. Шанату вам. Хорошего приговора, хорошего там, как там, хорошего там же в Рише, в этот Рошана там, что, при, как это называется, с приговора, а в Йом-Кипур подписывают. Ну да, такое, выносится так, сяк. Выносит приговор, а в Йом-Кипур подписывают, что-то такое. Правильно. И мы как бы все сейчас в Израиле очень сильно повторяют фразу, известные фразы о том, что из молитвы Рошана, ну я приблизительно говорю, но, по-моему, это близко, Тихлея шанавы клодотея. То есть тихле в смысле закончится, как Яхул Шамай Варец. Закончится год, в смысле прошедший год, и клодотея, и клодот, которые были связаны с ним, проклятия, которые были связаны с ним. Только этот год, он был дико тяжелый. Дай Бог, чтобы да, все да, это да. И следующее написано, Вейтхиль шана веберхотея, и начнется год, и ее и благословение. Будем надеяться, что с Божьей помощью так оно и будет. Все, псурот тувот, всем счастливо, до свидания. Шана тува. Пока. С Божьей помощью встретимся на следующей неделе. Всем счастливо, пока. Всем пока. Спасибо.